Последние дни много информации идет о проблемах со снятием наличных денег, причем как у банков, попавших под санкции, так и тех, кого это обошло стороной. Мы решили узнать, а как дела в Архангельске? Сегодня во всех СМИ сообщают, что россияне массово ринулись снимать деньги со вкладов и счетов, переживая за сохранность накоплений. Но есть ли реальный повод опасаться за свои сбережения? Очевидно, что общероссийская тенденция так или иначе становится руководством к действию и для северян. Наша съемочная группа решила проверить, а есть ли проблемы со снятием денег. Сейчас мы находимся в одном из отделений Сбербанка в Архангельске. Попробуем снять наличку. Ну, как мы видим, все прекрасно, наличка снимается. Для чего человек идет к банкомату? Вопрос, в каждом случае, личный, но тенденция понятна, хотя и не слишком оправдана. Когда банкоматы останавливаются в связи с расходованием денежных средств, то затем их снова оперативно пополняют инкассаторы. Конечно, снимаются. Все, пожалуйста, все доступно. То есть нету такого, да, что нету денег в банкомате? Да всегда есть, пожалуйста, в любое время приходите, снимайте, сколько вам нужно. Да, все хорошо, все быстро, все хорошо. То есть, ну, деньги в автомате есть? Есть. Итак, мы проверили несколько банкоматов и проблем со снятием наличности не обнаружили. Все сервисы работают и обслуживание клиентов идет в привычном режиме. Северяне могут снять как наличные рубли в банкоматах, так и обменять валюту в кассах банка. Александр Богданович, Денис Линчевский, Регион 29.